Всем привет! И вы на моем YouTube-канале Маша Лайки. И это видео под названием «Как набрать 1к подписчиков в Лайки». Напоминаю, у меня в Лайки уже 4к подписчиков, и я могу с вами поделиться некоторыми секретиками. А перед началом этого видео обязательно проверь, какого же цвета твоя кнопочка внизу. Красненькая? Если она красненькая, то бегом нажимай на нее. Это значит, что ты до сих пор не подписан на мой канал. А если серенькая, оставь ее такой, какая она есть. И также нажми на кнопочку лайк. Спасибо, начинаем. Итак, я зарегистрировалась в Лайки 11 января 2019 года. То есть я в Лайки уже чуть больше года. Я знаю некоторые фишки, как продвинуть твое видео. Первый способ. Этот способ для тех, кому лень каждый день снимать видосики, минимум по одному видео в день. Это очень, кстати, важно. Кому лень покупать себе всякие разные принадлежности, такие как штатив, кольцевая лампа, всякие разные такие штуки. Также этот способ для тех, кто не хочет выставлять свое лицо. Ах да, забыла сказать, этот способ также для тех, у кого есть алмазы, больше 64 алмазов. Если что, кто не знает, алмазы, их можно либо же купить, либо же выиграть в сундучке на трансляции. Но это уже отдельная тема, кто хочет, может мне написать в Инстаграм, вот мой Инстаграм, в Директ, либо же в Лайки, вот мои Лайки, в ЛС. Либо же у кого нету Лайки, вот мой ТикТок, можете мне там написать. Я вам отвечу, ну точнее я сниму видео, кто попросит. Так вот, у тех, у кого больше 64 алмазов, вы можете снять одно видео, какое-то любое одно видео, может быть несколько, ну короче, кто как захочет, и сделать себе Лайки буст. Но, мне кажется, никто из вас не хочет тратить так много алмазов. Там минимально можно потратить 64 алмаза на самое маленькое пополнение. Мне кажется, все хотят добиться успеха своими силами. Набрать 1000 подписчиков очень просто. Просто снимайте в день хотя бы одно видео. Обязательно на видео должно быть хорошее освещение, вот как у меня. И телефон не должен так вот тут трястись, он должен именно стоять на чем-то. Лучше не добавлять никаких эффектов на видео, это сейчас не модно, на них может набраться очень мало лайков. Снимайте то, что интересно вашим подписчикам, вы можете даже спросить, что им интересно видеть. Вы можете снимать либо же какие-то слоумошки, либо танцы, либо липсинки, либо же какой-то хайп. Снимайте то, что вам по душе и по душе вашей аудитории. Если ваши подписчики хотят видеть какие-то новости, снимайте для них новости. Если вы уже не снимаете хотя бы несколько дней, скажите причину. Забрасывайте лайки надолго, на месяц или на два. Так люди от вас просто-напросто отпишутся. Если же у вас в доме нету красивого места для съемок видео, то лучше выйдите на улицу и снимите какой-то ролик там. Уверена, он наберет гораздо больше лайков, чем просто какое-то некрасивое видео. Лучше не выкладывайте чужие видео и фан-аккаунты, в них смысла нету. Вы можете, конечно, набрать на этом видео много лайков, но у вас может заблокироваться рейтинг, и если вы наберете больше 5000 лайков, то вы туда не попадете. Придумывайте что-то свое, не пожалейте денег хотя бы на один штатив. Это очень важно. Также лучше не забрасывайте свой аккаунт и продолжайте снимать. Главное, не останавливайтесь. Если вы уже набрали больше 1000 подписчиков, вы большие молодцы, не вздумайте на этом останавливаться. Если у вас есть уже 1000 подписчиков, и вы не будете забрасывать это дело, то может пойти до 20000 подписчиков, я вам обещаю. Главное, верьте, и у вас все обязательно получится. Всех люблю, всем пока, до скорых встреч!